Меня зовут Юля, я закончила марафон English Show 2 месяца назад, и моей целью является полное овладевание языком. Так говорят вообще. Поскольку я маркетолог по образованию, открыла свой инстаграм-аккаунт, который развиваю сама на фрилансе, английский мне нужен просто для масштабирования своих знаний. Я хочу получать образование на английском, поскольку маркетинг именно на английском имеет более высокий уровень. I'm learning English for the watching movies and understanding songs. Когда я пришла на марафон, мой начальный уровень языка, как мне казалось, был вообще нулевой. Ну, то есть те знания, которые я получила в школе, и все. Я даже шутила, говорила, my English is very bad. Вы представляете? Тут все с фильмами, какими-то штуками, песнями, все на примерах. Ну, не запомнить невозможно. Очень порадовало, что на марафоне занятия проходили 3 раза в неделю. Это достаточно активно, учитывая, что домашние задания я еще делала каждый день. Таким образом, английский каждый день был в моей жизни. Отбирают лучших 25 танцоров России. I don't speak this language, but are you crazy? 25. Само задание не требует много времени на выполнение, но мне нравилось повозиться, позаниматься, тем более, что они очень интересные и в игровой форме были оформлены. У нас сегодня будет созвон с преподавателем, играем в игру «Крокодил». И как вы уже поняли, зубрёжкой, учёбой это назвать тяжело, потому что мы играем, здесь всё очень легко и весело. Занимая столько времени, естественно, я почувствовала прогресс, потому что раньше английского не было совершенно, здесь каждый день практика. Плюс на уроках с преподавателем я всё время разговаривала. Прогресс был очевиден, и мне казалось, каждую неделю наращивается опыт. All right. Well, yeah, so everything is okay, grammar is okay. Just remember, yeah, tidy up the room, clean up the room. Сейчас я продолжаю изучать английский. Я хочу научиться говорить по-английски на 100%. Владеть им равноценно так же, как и русским. Я хочу путешествовать, консультировать по маркетингу не только русскую публику, но и иностранцев тоже. Если вы думаете присоединяться на марафон или нет, обязательно присоединяйтесь, будет весело и интересно, и вы получите большой опыт. А ребятам из English Show всем привет, спасибо вам за вашу работу, преподавателям и всем организаторам. Спасибо.